Затулин готовит провокационную поездку в Карабах. Занимающий проармянскую позицию российский политик заявил, что первую зарубежную поездку после выборов он совершит в Арцах. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин обратился с приветственным письмом к участникам форума под названием «Про Арцах». Поздравляю вас и Республику Арцах с тем, что несмотря на все препятствия, вместе вы сегодня собрались. Если помните, мне выпала честь изложить свои взгляды на независимость Республики Арцах на вашем форуме несколько лет назад. Считаю, что прошлогодней войны в Арцахе не должно было произойти, что русские и армянские народы многое потеряли по итогам этого кровавого конфликта. Хотя, конечно, не в равной степени, но в Степанакерте и Ереване, да и во всем мире должны знать, что встревоженная Россия не даст безнаказанно унижать армянский народ на его исторической земле. Залогом этого и является присутствие в Арцахе российских миротворцев, говорится в обращении. Затулин выразил сожаление, что не сможет в этот раз лично участвовать в форуме, так как избирательная кампания в Сочинском округе вступает в наиболее ответственный и заключительный этап. Но мысленно мы вместе. Надеюсь, что после выборов первую свою зарубежную поездку я совершу в Армению и Нагорный Карабах, говорится в обращении.